Евдокия Федоровна Фетискина. 20 лет работает она бригадиром в совхозе Новопокровской, Тамбовской области. На полях ее бригады выращен хороший урожай сахарной свеклы. В этом году свеклу на Тамбовщине убирают новые комбайны КС-3. Тракторист Кашинин и комбайнер Баскаков обрабатывают 5 гектаров при норме 3,5. Бригада Фетискиной получает с каждого гектара более 200 центнеров свеклы.